Я Мустафай Агарагим Мустафа Оглы, гражданин Российской Федерации. Родился 1 апреля 1964 года, город Агдаш, Азербайджанская Республика. 82-84 год служил в Советской Армии, войска химической защиты. Старший химик-дегазатор. Участник по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 1986 года. После Чернобыля слеп правый глаз полностью. Диагноз медицинский — атрофия зрительного нерва. А потом левый глаз. Лечился долго, длительно лечился. И в данное время инвалид второй группы. Инвалид второй группы. С 1991 года я до сих пор пенсионер. Мне нужна ваша помощь. Если Россия, Украина, Белоруссия, страны Содружества и другие страны, прошу вас, помогите мне. Мне нужна ваша помощь. Желаю вам здоровья, а самое главное в жизни. Самое главное в жизни — здоровье и успех. И острое зрение. Зрение самое главное. Без зрения невозможно никак. Спасибо вам большое.